morning. Why don't you tell us? 10 раз по 1000. 10 тысяч жителей Вены, австрийцев и австриек, на основании нюрнбергских расовых законов были исключены из австрийского общества и отправлены в Малый Тростенец на смерть. В этих списках людей превратили в номера, и мы хотим, чтобы они снова обрели свои имена. И поэтому мы просим, чтобы в Малом Тростенце был возведен памятник, на который занесли бы их имена. Мою бабушку звали Тереза Броди. Она была одной из трех сестер, которые родились в Вене. У них была очень ортодоксальная, но культурная семья. Новая поэзия, музыка. Моя мама пела в хоре. Они были сионистами. Мои предки состояли в сионистской организации. Мой отец, мой дед, вся семья жила здесь сотни лет. Они, конечно, ассимилировались, но остались евреями. Жили в маленьком городке в округе. Получалось что-то вроде триады. И если вы можете себе представить, вот здесь Кёльн, здесь Кобленц, здесь Трир, откуда родом Карл Маркс. И семья была практически из центра этой триады. Я родился в Кёльне в 1925-м. И жил в Кёльне до начала 1939-го. И в школу я пошел тоже в Кёльне. А в 1933 или 1934 нам запретили ходить в местную школу, потому что мы были евреями. Евреям больше не разрешалось ходить в нееврейскую школу. Мы перешли в еврейскую. Нацисты пришли к власти в 1933-м. Контроль и другие политические меры, направленные против евреев, начали принимать уже 1 февраля 1933-го. И вот, например, первые запреты. Ученики не имели права ходить в обычные школы. У людей начались проблемы с работой. Они теряли рабочие места, были вынуждены закрывать свои магазины, свои компании. Ограничения становились строже и строже по мере развития национал-социализма. Но до 1938-го, когда во время так называемой «хрустальной ночи» была впервые открыто проявлена агрессия и жестокость, евреи старались вести обычную жизнь. Но многие люди поняли, что их ждет намного раньше, и пытались эмигрировать. Моя мама уехала жить в Палестину, и в 1939 году она вернулась в Вену. И она помогла своей младшей сестре, ей было 15, бежать в Югославию. Да, и дверь тоже. Это невероятно. Все оригинальное. Рабштрассе 13. Поскольку евреи не имели прав,
Они не могли снимать квартиры, владеть любым имуществом. Если у них был дом, то его забирали. И поэтому моя мама обратилась к первому мужу, немцу, который имел большую квартиру, 135 квадратных метров. И он разместил у себя в квартире мою маму и моего отчима. Иначе им негде было бы жить. Моя мама предчувствовала, что ей предстоит. Я тогда уже пошел в школу, и она поговорила с моей учительницей и сказала: «Я еврейка, и сына мне, по-видимому, придется оставить. Но он будет дальше жить у моего бывшего мужа, немца, с которым мы разведены». И учительница внесла меня в списки эвакуируемых детей, в которые я, наполовину еврей по происхождению, никогда бы не попал. Я скажу вам единственное, что я помню из тех дней. Отец всегда говорил мне: если кто-то что-то спрашивает тебя, ты не знаешь, ты не говоришь никому ничего. Потому что в те дни все были на нервах, люди интересовались друг другом. Поэтому, если ты ничего не знаешь, ты не можешь навредить ни себе, ни другому. В остальном я был свободен, как птица. Я жил своей собственной жизнью, всегда был занят. Маленький мальчик, который разъезжал по всему городу на велосипеде, я хорошо знал город. У меня были родственники в каждой части Кёльна. Я любил заезжать то к одному, то к другому, за пределы города. За мной не присматривали слишком назойливо. У меня не было никаких забот. Потом мы пошли в еврейскую школу, и это было здорово. Мне повезло, что я был именно в этой школе, Явни. Однажды директор, доктор Клебанский, сказал, что мы больше не можем оставаться в Германии, нужно перевести школу в Англию. Эрик Клебанский – педагог и раввин. Он был человеком очень религиозным и придерживался ортодоксального иудаизма, ортодоксальной ветви. Директором школы Явна в Кёльне он стал в 1929 году, а в 1933 начался нацизм, и он, наверное, первым осознал, что это такое, какую угрозу таит вот это движение, эта политическая сила для всей Европы и особенно для еврейского населения. Этот человек был очень образованный, он прекрасно знал английский язык, и он сумел включить свою школу, школу Явны в Кёльне, в программу «Киндертранспорт». Программа «Киндертранспорт» была создана по инициативе английских еврейских организаций, когда детей из Германии, когда это еще было возможно, вывозили в Англию. Эшелоны шли из 16 городов Европы. Всего было вывезено около 20 тысяч детей. Спасено. Из школы Явна около 150. Я был в первой группе, которую отправили в Лондон. 20 мальчиков и 20 девочек. Родители остались в Кёльне. Они собирались в Америку. Не было никаких проблем. Ты едешь в Англию, в школу. Как только мы переезжаем в Америку, ты едешь с нами. Не было драматических прощаний. Просто увидимся через 3 или 6 месяцев. Ты скоро поедешь в Америку. В тот день вся семья была в нашей квартире по адресу Рапштрассе 13. Взрослые были очень взволнованы, но мне ничего не говорили.
Все держали в тайне, чтобы я не понял, что здесь в ближайшие часы что-то должно произойти. Однако я отчетливо чувствовал, что произойдет что-то необычное. Я это ощущал. И хотя меня отправили спать, я не мог уснуть. Я заметил, что мама тайком вышла из квартиры. Стал расспрашивать отца, где моя мама. Он ничего не ответил. А я все не отставал от него и постоянно спрашивал, где мама, и был очень взволнован. И тогда он сказал, мама отправилась на отдых. Через пару недель мы снова увидим ее. Она вернется домой. А я упорствовал. Нет, я хочу попрощаться с ней. Здесь, по так называемой Крумме-Дильштрассе, в переводе с немецкого «кривая укропная улица», потом немного через Гиндельхоф, и потом Беннеке-Штрассе. Мы можем пройти этот путь. Отцу пришлось со мной идти 10 минут пешком в Мор-Вайден-Штрассе, к месту сбора. Этот эшелон направлялся в Минск, в Минское гетто, так называемое Гамбургское гетто, особую часть Минского гетто для немцев или евреев из немецкого рейха. Много людей в этой депортации были из Дюссельдорфа, жители Дюссельдорфа, по приблизительным подсчетам 627 человек. Они должны были платить за билеты немецкому агентству перевозок. Они вынуждены были оплачивать свой проезд. Логически первый эшелон прибыл в 41 году из Брно, или Брюн, как по-немецки это город назывался. Он прибыл, как и остальные немецкие поезда, в ноябре 41 года. Они прибыли в Минское гетто и находились в Минском гетто, и уничтожались в Минском гетто. По данным, которые мы знаем от коллег из Чехии, еврейский архив Праги и мемориал Терезин, из состава Брно выжило больше всего людей, 22 человека. Я думаю, это австрийцы вели статистику. Малый Тростенец не вел статистику. Да, это так, люди были в опасности. Нет имен, значит, нет и памяти о них. Ничего не известно о бабушке. Они как будто пропали, испарились. Wenn wir
Если мы сейчас поедем на улицу Рабштрассе 13, мы найдем там 12 или 13 памятных табличек. Штольперштайны. Это значит, что в этом доме в основном жили евреи, не арийцы или кто-то еще. Однако, когда квартира освобождалась, ее сразу же занимали. Здесь жил мой друг детства, мой товарищ по играм Вальтер Хоффман. И вот эта девочка Рут Бибер, с ней мы тоже играли в детстве. А здесь памятные таблички. Ирмгард и Карл Поснер. В 2013 году, чтобы все узнать, я подала на проверку документы, в которых было указано, что бабушка была депортирована сначала в Терезинштадт, потом в Освенцим. Женщина, которая проверила нашу информацию, ее уже нет, Элизабет Бенда Виндхендлер, сказала мне, что моя информация неверная, и помогла выяснить, что моя бабушка была депортирована в Малый Тростенец. Вот так мы и нашли ее. Изначально здесь находился вокзал, с которого поезда отправлялись из Гамбурга в южном направлении. Здесь была конечная станция. А во время Второй мировой войны его использовали для отправки солдат на фронт и для депортации людей в гетто и лагеря смерти. Два поезда ушли на Минск. И оба в ноябре 41-го. 8 и 18 ноября 1941 года. Всего, по нынешним данным, депортировали более 8 тысяч человек. Точную цифру с полной уверенностью назвать нельзя. У них не было выбора. Мне тогда было 7 лет, и я очень хорошо помню тот вечер и следующую ночь. Я недавно перед открытием этого памятника, впервые с моей женой, шел по этой платформе. Там рельсы, здесь дорога депортации. Я был очень подавлен и возбужден. Со мной всегда так происходит, когда я сталкиваюсь со своей судьбой. Этот путь депортации им самим еще был неизвестен. Они еще надеялись, что выживут. Это сегодня нам ясно, что шанса у них не было. Минск по многим аспектам он подходил. Осланд, то есть Минск являлся центром одной из генеральных округ с хорошей логистикой. Видите, прямая линия Варшава, Брест, Минск, без задержек. Поезда идут даже из северных городов Германии. Вот представьте, Гамбург, северный, далекий, тут же через Варшаву и попадает уже сюда, в Минск. Немцы привезли часть евреев из Западной Европы, чтобы убить их тут. Да? И с ноября 41 года эшелоны начали приходить в Минское гетто. И шли они в течение 41-42 года. Всего в Беларусь было привезено порядка 30 тысяч евреев из западных стран. Да? По 7 эшелонов из Германии и Чехословакии, 11 эшелонов из Австрии. Это точно известно. Потом выяснилось, что еще даже сюда привозили часть польских евреев. Ноябрь, декабрь 41 года, это порядка 7 тысяч человек.
Их поселили в Минском гетто на особых участках, которые называли зондергетто, и которые располагались. Первое зондергетто было в районе, прилегая к улице Сухой, ограниченная Республиканской, Столпецким переулком и Обувной улицей. А второе зондергетто было в районе улицы Димитрова, ограничено Обойной улицей и Островского, находилось там. И евреев из западных стран, которых привозили, их селили только в эти два места. Они были строго отдельно от остального населения. Получилось, что тех, которых везли зимой 41 года, вот ноябрь-декабрь, их селили на территории зондергетто в Минском гетто, это порядка 7 тысяч человек. А потом у немцев произошел перерыв из-за положения на фронте, из-за климатических, транспортных условий, и возобновилось это движение только с мая 42 года. Но тех, которых уже с весны 42 года везли сюда, в Беларусь, убивать, их уже не завозили в Минское гетто. Их везли прямо в Тростенец и убивали там. Там все для этого было подготовлено. Дела стали плохо. Начались погромы. Первый погром, я помню, по улице Республиканской. Часть района, они частично кусок какой-то обносили и там вывозили, там по периметру ставили свою полицию, и этих людей выгоняли, можно сказать, сажали их в машины, и по этой я как раз шла по Республиканской, и эти машины одна за одной, они были не закрытые, а открытые, и на открытых машинах вот так вот люди друг за друга держались, все стояли. Большая часть евреев зондергетто были убиты в погроме 28 июля 1942 года, в самом большом погроме, который был четырехдневным, и когда вообще в Минском гетто было убито около 30 тысяч человек, а от западных евреев зондергетто осталось только порядка 3 тысяч человек, то есть больше половины были убиты. Все. А остальных вот этих из 3 тысяч, их дотянули до осени 43-го года. Там тоже точных данных нет, как это все происходило. Но уже с сентября им было, как это немцы часто делали, объявлено, что их будут переселять в Палестину. Да, они часто так обманывали людей, которые в своем отчаянном положении верили. Хочешь, не хочешь, верили хотя бы почему-то. В память о евреях и цыганах, которые с 40 по 45 год 20 эшелонами были депортированы из Гамбурга в Белжец, Лодзь, Минск, Ригу, Освенцим и Терезиенштадт. Это железнодорожная платформа и рельсы, с которых отправлялись поезда. Всего было 20 поездов. И каждая памятная доска означает один поезд. В одном поезде было больше людей, в другом меньше. Здесь символическое отображение. 20 памятных досок. Это те самые рельсы, по которым эшелоны везли людей на смерть. Что долговечнее, железо или человеческая память? Я думаю, человеческая память. Во всяком случае, я надеюсь на то, что она дольше проживет, чем железо, которое ржавеет. Моя память глубоко личная и очень живая, когда я нахожусь здесь. Насколько мы знаем, их привезли на товарную станцию, откуда их забрали на машинах, на грузовиках.
А возможно, им пришлось идти пешком прямо в Тростенец, к ямам, на расстрел. Я точно не знаю. Одно из двух. У них забрали вещи. Мол, вы продолжайте путь, а мы вышлем багаж. Вам не нужно его нести, мы все привезем. Но этого не произошло. Я не знал их. Мне было 13. Я был 13-летний мальчик. Да, это были мама и папа. Мои мама и папа. Но я их не знал. И я расспрашивал моих двоюродных братьев в Америке, какими они были. Твоя мама была личностью. Я мог вспомнить внешность, но я их не знал. Еврейская площадь в Вене. Мемориал «Безымянная библиотека». Здесь в алфавитном порядке записаны имена всех австрийских евреев и места, где они были убиты. И нам известны имена каждого, кто был отправлен на смерть в Малый Тростенец, в Минск. Сейчас мы зачитаем их имена. Paul Beckermann, 42 Jahre. Alfred Beer, 22 Jahre. Я хотела знать, как это произошло. Выяснить, что случилось с моей бабушкой. И я узнала много о самой себе и о других. О людях, которые расставались с жизнью, чтобы не участвовать в этих зверствах. И я смотрела на себя и думала, а я бы нашла в себе силы поступить так же. Фридрих Штурман, 55 Jahre. Regine Umlauf, 64 Jahre. Adolfine Unger, 53 Jahre. Thank you.